Ну что ж, ребятки, я всех приветствую в этом ролике. Я вам покажу, какие лучшие дома на слете. Сегодня произойдет слет домов в Ржевске в 18:00, поэтому приходите. Но в этом видосе я вас направлю, какие лучшие дома ловить, чтобы заработать больше денег. Поэтому видосик будет интересный, ставьте лайки. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Но в начале игры вам очень сильно поможет мой промокод. Вводите промокод Полканов на любом сервачке до 5 уровня. За него получите 300 тысяч. Вся информация есть в описании под видео. Я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита. Усаживайтесь поудобнее, берите себе попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Вот получается, ребятки, та самая деревня Ржевск, которую добавили в обновлении, и сейчас здесь все дома по ГОСУ. Как я знаю, здесь около 40 домов, и все их вы сможете приобрести на слете. Два дома будут на аукционе, и сейчас я вам покажу и расскажу, какие дома лучше ловить, чтобы заработать неплохую денежку. Я лично для себя обозначу то, что это просто деревня рыбаков. Почему, сейчас объясню. Вот получается пирс, здесь вы можете рыбачить, то есть здесь есть рыба, вот 5000 килограмм, то есть это на уверенных прям щах, здесь реально можно спокойно рыбачить. Да, лодку вы здесь не заспамните, потому что озеро маленькое и вы за пределы озера никуда выплыть не сможете, то есть смысла здесь лодку спамить как такового нету. Функционал остается тот же, как и на обычной рыбалке, но здесь нельзя арендовать лодку. Если вы рыбачите наличие лодки, то вам это место не подойдет, как я считаю, потому что здесь вы не сможете заспамить лодку. Почему-то еще деревня рыбаков, потому что здесь на каждом просто углу есть место для готовки рыбы. То есть вот два места есть. Я застрял. Сука, помогите. Короче, видите, здесь мангалы просто везде вот эти, где можно готовить рыбу, то есть вот есть, то есть возле каждого дома. То есть это реально прикольно, ну да, на этой улице нету мангала. Вот есть мангал тоже, здесь вы можете тоже готовить. Но здесь прям возле дома, здесь прям козырно, то есть вот это именно самая линия, думаю, будет дорогая. То есть вот это самая ближайшая линия именно к рыбалке, то есть это самая близкая линия именно к рыбалке. То есть вот здесь рыбалочка, и вот эти получается, сколько тут, 8 домов. Самые ближайшие к рыбалке, то есть они, я считаю, будут самые дорогие. Короче, вот эта линия домов будет самая дорогая, то есть ценники здесь абсолютно разные, то есть там от 5 до 11 миллионов, по-моему, здесь дома, то есть вот 8,5 дом стоит, допустим. Этот, наверное, будет самый дорогой, потому что он ближе всех просто к рыбалке. То есть вот, вы пробегаете по этой тропиночке, и вы, в принципе, уже на рыбалке будете. Вот этот дом прикольный. Ну, здесь все дома, в принципе, прикольные. Внешне они все красивые, все интересные. То есть убогого дома здесь я как бы не видел. То есть ГОСКО везде, в принципе, разные. То есть здесь вот, видите, тоже ГОСКО и 8,5. 7 миллионов. То есть, видите, ГОСКО везде, в принципе, разные. Но ГОСКИ начинаются вроде бы как от 5 миллионов. Вот 6,750. Вот этот дом, ребятки, будет, получается, на аукционе. То есть ГОСКО у него 11,500. Но на ГОСКО можно не обращать внимания. Класс здесь низкий, но вы не забывайте то, что есть риэлторка, и вы можете класс как бы улучшить. То есть вы можете сделать высокий класс, поэтому именно сам класс можете не обращать внимания. То есть вот этот домик, вот этот шалашик, я не знаю, как он правильно называется, будет на аукционе. То есть вы сможете его забрать с аукциона. Он необычный своим внешним видом, потому что все дома такие, знаете, ну, как дома, а здесь именно такой вот шалаш. Вот этот домик мне на самом деле больше нравится, но он такой, знаете, более такой домашний, уютный, которые были раньше домики, знаете. Госцена у него получается 10500, но этот дом тоже будет на аукционе. То есть класс здесь тоже низкий, но, как я и сказал, класс вы можете улучшить. У каждого дома, в принципе, есть свой прикол. Где-то ближе к аптеке, где-то ближе к оружейке, где-то ближе к рыбалке. Но, я думаю, возле рыбалки дома все-таки будут самые такие востребованные. То есть вот этот дом тоже пиздаты на самом деле, потому что здесь, видите, свой гриль есть, то есть именно свой гриль. То есть по факту это ваш гриль, потому что он находится на территории вашего дома. 5,5 миллиона, то есть ГОСКО у него, в принципе, небольшая. То есть вы получаете у себя здесь гриль, рядом здесь вот такой вот памятник есть, и рядом еще аптека. То есть, в принципе, место тоже такое козырное, как я считаю. Также здесь, ребятки, есть оружеечка, в принципе, в которой можно закупаться, да, тут броники, все, короче, есть. То есть, эту оружейку с Рублевки Южного перенесли вот сюда, в Ржевск. Ну, как бы, это наша оружеечка, поэтому, кто с 42-го, ребята, можете
здесь как бы закупаться, там броники, там эти рецепты, знаете, на оружие можете купить. Помимо того, то, что здесь есть аптека, которая будет на аукционе, здесь также есть, получается, закусочная, которая, я думаю, будет довольно-таки прибыльная, потому что здесь как бы много домов, и людям надо кушать. Эту закусочную вы также сможете, по идее, либо забрать с аукциона, либо просто словить. Я точно не знаю, как это работает. То есть, если мы нажимаем просто купить, то данная закусочная была закрыта администрацией сервера. То есть мы ее сейчас купить как бы не можем. Ну и здесь также есть аптека, как я и говорил. Она будет на аукционе. То есть сегодня будет слет домов в 18:00, а завтра, в воскресенье, будет, получается, аукцион тоже в 18:00. Поэтому можете на это обратить внимание. Если у вас есть денежка, ну пару миллиардиков весь имеется, то можете, в принципе, реально пойти на аукцион. Также на аукционе будет, получается, два тюнинг-центра. Один находится в Батырево, а другой в Арзамасе. То есть вы тоже можете пойти на аукцион и попытаться забрать вот такие вот новые интересные бизнесы, которые добавили в недавнем обновлении. Но также будут всегда и другие бизнесы на разных серваках. То есть бизнесы, которые добавили новые, а есть бизнесы, которые забирали у игроков, и они также будут на аукционе. Где-то обычный бизнес летает, которые новые, а где-то СТО, Нотариус там и так далее. То есть у вас, в принципе, список есть на экране, поэтому можете его посмотреть и узнать, какие бизнесы у вас будут на аукционе в воскресенье в 18:00. А все домов будет сегодня, в субботу в 18:00. Ну что ж, ребятки, я думаю, я вас хорошо так проинформировал, я вам подсказал, какие дома лучше ловить, хотя это и так было очевидно, но я все равно вам подсказал. То есть вы словите дом там, допустим, за 5 миллионов, вы сможете продать его за 15, за 20 миллионов. Попробуйте, попытка не пытка, как бы, а вдруг повезет, а вдруг фартанет, а вдруг словите. Поэтому я вам желаю всем просто удачи, вся информация есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Всех обнял, приподнял, всем пока-пока.